Добрый день, друзья! Сегодня вам хочу показать очень интересный клинический случай. Значит, вот у меня лечилась пациентка. Год назад проходила правку, и вот такой вот у нее был кифоз. Пациентке было 50 лет. Дата снимка 20 апреля 2017 года. Значит, что у нее было? Явная кривошея, вот вы видите, во фронтальной проекции. И вот в сагитальном срезе мы видим кифозирование двух позвонков, видим большой остеофит и такие явные искривления в шейном отделе. Значит, пациентке была проведена 4-дневная мануальная терапия шеи с вытяжением. Значит, была дана определенная рекомендация по устранению шейного кифоза. Через полгода осенью она приехала, сделала повторную правку еще 4 дня. То есть всего было 8 сеансов мануальной терапии с вытяжением и определенные упражнения. Значит, пациентка не носила воротник шанса ни одного дня и сделала повторный снимок. Вот 15 мая 2018, видите, ее же фамилия Манохина, и мы видим изменения, у нее шейка выровнялась уже, вот просто этот снимочек и тут же этот, и видим, что шейной кривошеи почти нету, вот какая была у нее кривошея, вот, и вот какая стала, и в сагитальном срезе мы видим, что появляется у нее уже лордозик в нижнем шее, в нижнем отделе шеи уже лордозик появился. Это ответ как раз тем крикунам, что все сдвинется, надо будет правиться постоянно. Нет, даже в 50 лет было всего лишь 2 правки, 2 курса по 4 дня, всего 8 дней мануальной терапии, никаких воротников она не носила. Зарядки особой не делала, что-то серьезное, просто спала на, отдыхала на таком валике под шею. Вот и все. То есть позвонки обратно не сдвигаются. Посмотрите внимательно, как сдвинут 3, 4, 5, 6. Видите, кифозирование их назад. Вот. Прошел год, и они стоят на месте. То есть как я их руками поставил, так они и стоят. И сейчас она приехала на 3 курс. Вот, уже с контрольным КТ-снимком. Мы ей поставили атлант, то есть те 2 курса была подготовка, потому что у нее, как видите, сильный артроз в шее, остеофиты, еще осложнено бляшками в сонной артерии, у нее бляшки, вот, атеросклероз. Значит, ну, по моей работе видите результаты. Все хорошо, ничего не сдвигается, все держится, без всяких каких-то зарядок, без ношения воротника шанса, без корсетирования. Поэтому приезжайте, буду вас править. Правка была в моем реабилитационном центре «Атлант», который находится в Украине, Херсонская область, Голопристанский район. Точные данные у меня на сайте manualka.com, вкладка «Реабилитационный центр «Атлант». Всем пока!